Забронировать номер в гостинице, оплатить авиабилеты, вызвать такси или начать смотреть фильм. Все одним легким движением руки. Цифровизация уже прочно вошла в нашу жизнь, но то ли еще будет, говорят эксперты. Цифра в фактах – это когда каждый спикер межрегионального промышленного форума едва успевает закончить свое выступление и тут же обретает видео-двойника, который будет жить в цифровом пространстве мессенджеров и соцсетей. Электронные близнецы сегодня есть уже не только у людей, но и у вещей. Так называемая дигитализация производства – и российский, и общемировой тренд. Нужно находиться в состоянии постоянного диалога, то есть активно взаимодействовать с нашими партнерами. И наша ассоциация, она как раз создает ту площадку для диалога бизнеса иностранного и российской власти, что как раз позволяет преодолеть и различия социокультурные, и различия ментальные, и различия в области понимания бизнеса. Нужно больше общаться, и тогда будет больше результатов. Когда деловые партнеры говорят на одном языке, языке цифры, умнеют даже футбольные стадионы. Подсветка арены в Мюнхене регулируется нажатием всего одной кнопки. Уникальная система внимательно следит за самочувствием газона и сигнализирует о малейших отклонениях от нормы. Тем временем в России один из крупнейших автоконцернов тоже дал дигитализации зеленый свет. Делать беспилотные электробусы наверняка вдвойне приятно с помощью умных технологий. Они не только увеличивают скорость производства и повышают качество продукции. Первая ласточка в системе пассажирских перевозок – переход на цифровые рельсы российских железных дорог. Центр обработки и анализа данных прогнозирует поломки, помогает заранее заказать запчасти и снижает затраты на сервисное обслуживание. А цифра уже видит перед собой новые горизонты. Нефтеперерабатывающая промышленность и по пищевой промышленности. То есть здесь хотим начать с каких-то точечных проектов пилотных, которые можно будет потом масштабировать уже на всю индустрию в Российской Федерации. Промышленность новой формации сначала думает в цифре и только потом делает. Обычный чертеж заменяют компьютерные 3D-модели. На смену реальным испытаниям продукции приходят виртуальные расчеты. А всю документацию отправляют заказчикам или партнерам не в бумажном, а в электронном виде. И не почтой, а по специальному высокоскоростному каналу. Эффективность дигитализации подтверждают и цифры от 27 до 80% по предприятию, и факты. Для тех, кто выбирает умное производство, предусмотрена господдержка. Мы составили цепочку «Деньги, технологии, люди», где мы, соответственно, предлагаем меры поддержки, которые будут рассчитаны на то, чтобы предприятие максимально комфортно и быстро смогло завершить цифровизацию своего промышленного производства. Что такое деньги? Это дешевые кредиты от регионального фонда поддержки промышленности. В настоящий момент его капитализация почти 3 миллиарда рублей. Мы выдаем кредиты, начиная с 20 миллионов, под процентную ставку от 1 до 5% годовых. Цифра со знаком «плюс». По подсчетам экспертов, к 2024 году программа «Цифровая экономика» может повысить производительность труда в России на 30%. А это автоматически рост конкурентоспособности на мировом рынке. Ксения Комиссарова, Владимир Брагин, ТВ «БРИКС».